Здравствуйте, я бы хотела немного рассказать о проблемах с планшетом Oyster T34, а именно возникновении зеленых и розовых пикселей. Началось это при воспроизведении видео, затем по всему планшету побежали вот эти искры зеленые, потом усилилась контрастность. В общем, работать стало с ним совершенно невозможно. К сожалению, у меня нет ни фотографий, ни видео того, что происходило с планшетом. Но точно такую же ситуацию я увидела у пользователя iPad. И ссылочки я оставлю на точно такую же аналогичную проблему под видео. На сайте Oysters заходим. Там же прилагается подробнейшая инструкция. И я только скажу вот паре моментов, которых, в общем-то, в ней нет. Значит, заходим в загрузки. Планшетный ПК. И ищем наш 34-й. Здесь вот сама инструкция находится. И, как мы видим, программное обеспечение 4 видов. Собственно, у нас вопрос, как узнать, какое нужно нам. В общем, сделать это несложно, если у вас есть коробка. Эти номера вы без труда обнаружите, но если нет, и все-таки есть доступ к самому планшету, потому что в моем случае было ужасно плохо видно, но все-таки в настройки зайти было возможно. Заходим в настройки. И о планшетном ПК. И вот собственно, где планшетный ПК, этот номер есть, только его не видно. Номер сборки. И видим, вот он, 30, 60 и 5. На самом деле, это же цифра подтверждается версией ядра, если вы внимательно посмотрите. То есть 2013 год, 5 июня, то есть 6 месяц. 13.06, здесь несколько вариантов, но нам подходит только второй. Архив скачали, вот он в зипе у нас лежит. Распаковываем его. Здесь есть такой момент, почему-то, когда, в общем, я все эти манипуляции пыталась сделать, не сразу пошло. Мне пришлось, вот он распакованный архив, вот эту вот папку Firmware Update, ее прям на диск C как бы кинуть, то есть в оглавление. Создала папку Oysters на диске C, там по условию нужно обязательно в головной диск это сделать. Где система находится, и уже отсюда, в общем-то, производила установку. Здесь это есть подробнейшая инструкция, которую всего туда надо действительно прочитать. Сразу скажу, что здесь дана инструкция для Windows XP, для Windows 7, Vista, у меня Windows 8.1, 32-битная. Все прекрасно, в общем-то, сработало по инструкции для более старшей версии Windows. Сначала вы подключаете планшет, он должен быть заряжен. Установите драйвера. Я показывать этого не буду. После установки драйверов вам надо будет запустить вот этот вот базничек Kai. И вот такое синее окошко появляется, написано «Подсоедините устройство». Так вот, собственно, сам момент. То есть у вас должен быть ваш планшет выключен полностью. Нужно зажать кнопку громкости, та, которая плюсовая, то есть, здесь вот не очень видно, вот это включение-выключение, это громкость, здесь минус, здесь плюс, то есть дальнюю, получается, от угла, да, дальнюю от включения, держать ее секунд так 5-7, не меньше, потому что почему-то в другом случае бывало, что система его опять не видела, этот планшет. Вы нажали, держите, и после только этого, не отпуская, подключаете к USB. У вас раздастся характерный такой звук, и запустится, да, собственно, сама программа. Вы видите, как скачут биты. Но могу сказать, опять же, сразу не получилось. Вот как раз была проблема подсоединения, потому что я слишком мало удерживаю эту кнопку громкости, раз. И здесь вот выскакивали биты, но тем не менее до конца процесс не
не заканчивался, в общем. Должно обязательно появиться зеленое окошко. Вот это вот меняется синий экран на зеленый экран. Это, в общем, говорит о том, что все, процесс успешен. После этого в инструкции, опять же, окошко закрываете, оцениваете USB-кабель, планшет сам не трогайте. И, в общем, видите, как запустится надпись Welcome. Во всяком случае, на моем планшете было именно так. Никаких команд, текстовых строчек не выскакивало. И, наверное, минуты две прошло, и он полностью загрузился, после чего появилась, в общем, картинка о том, что он обновился успешно. После этого меня вот эти зеленые пиксели, не розовые, не беспокоили. То есть оделась я легким испугом, думала, что, в общем, все кончится в сервис-центре. Так что попробуйте, может быть, вам это поможет. Небольшой постскриптум. Вот относительно кнопки сброса, которая под панелькой находится, вот она. Она абсолютно при этой проблеме не помогла. Помогла только именно перепрошивка. И я, в общем-то, умолчала о важной вещи, что все-таки планшет не так начал просто сам по себе с ума сходить, а он упал предварительно. И потом, в общем, все эти проблемы и начались после этого. Поэтому я еще и думала, что, наверное, все-таки проблема уже с более серьезная. Обязательно нужно полностью зарядить планшет перед тем, как вы начнете что-либо делать. Потому что, когда планшет начнет обновляться, если он погаснет, выключится, то прошивка не пройдет успешно. Последнее, если все-таки вы все подключаете, не получается, то система не видит ваш планшет. Попробуйте поменять просто сам шнур, который идет от планшета к компьютеру, либо сменить гнездо USB на другое. На этом все. Всего доброго. У тех, у кого планшеты не летают, обязательно находятся хозяева, которые им в этом активно помогают.